На площади одного из торговых центров Одинцова местные единороссы провели акцию «Мастерская Деда Мороза». Для юных жителей муниципалитета организовали праздничные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек. В проведении мастер-классов приняли участие педагоги Одинцовского центра эстетического воспитания. В завершении мероприятия ребятам вручили памятные подарки от депутатов, сертификаты помощников Деда Мороза и значки.